Если вы родились 9 числа, то ваш кармический урок заключается в том, что вы должны проявить свой внутренний свет. Любить, вдохновлять, заботиться, давать надежду и знания другим. В данном кармическом уроке эгоизм и все, что с ним связано, конечно же, должны отойти на дальний план. Все события, люди и обстоятельства, входящие в жизнь человека, будут его этому учить. Также будут учить его смирению, терпению перед бурей жизненных драм. Поэтому в данном кармическом уроке человек не может посвятить себя кому-то одному или самому себе. Только отдавая себя без остатка многим, даря любовь, заботу, внимание, знания и так далее, человек может обрести полноту счастья в себе и гармонизировать все сферы своей жизни. Проработанный кармический урок числа 9 дает человеку максимальную реализацию в социальной и семейной жизни. Человек понимает, что чем он больше отдает внешнему миру любви, заботы, внимания, знания и так далее, тем наполненнее и гармоничнее становится его внутренний мир, и жизнь перестает быть бессмысленной и одинокой. А вот непроработанный урок дает страхи проявления своих эмоций. Страх быть обиженным, брошенным, ненужным. Также могут быть всевозможные комплексы, в частности, комплекс неполноценности, депрессия, холодность, пессимизм. Могут быть склонности к зависимости. А вот для проработки урока необходимо научиться проявлять свои чувства и эмоции по отношению к другим людям. Быть открытым и дружелюбным человеком. Научиться выстраивать гармоничные отношения. Не стоит также пренебрегать психологическими и духовными тренингами, так как они могут принести просто неоценимую пользу. Запомните, ключ для решения задачи – это светить вопреки всему.